Желание должно подкрепляться необходимыми знаниями, считает Наталья Половинкина. Девушка – директор компании, где изготавливают сложную оптику и проверяют зрение. На форум «Мой бизнес 63» она пришла, чтобы узнать о мерах господдержки. Наталья планирует расширять сеть салонов, для этого ей нужны дополнительные деньги. В принципе, наша компания уже очень известна, давно в Самаре, и большая клиентская база сюда пришла посмотреть, как развивается самарский бизнес. Мне было очень интересно. В течение 2 дней на нескольких площадках форума проходят выступления спикеров. Один из них – Ольга Свинцова. Она генеральный директор холдинговой компании, которая занимается производством, продажей и установкой всех видов жалюзи, автоматических ворот и алюминиевых конструкций. В 2010 году ее компания выиграла региональный грант на развитие малого бизнеса. Ольга делится, именно господдержка позволила открыть производство и вывести бизнес на новый уровень. Сейчас она на форуме, чтобы поделиться своим опытом и помочь тем, кто только начинает свой путь в предпринимательстве. В первую очередь желание, но я из тех людей, которые в первую очередь пишут всегда бизнес-план. И за 13 лет я написала их не один и не два. То есть любой проект начинается с того, что это должен быть бизнес-план на бумаге с составлением планов, графиков выполнения и реализации своей цели. Ну и, соответственно, финансовая грамотность здесь тоже, в общем-то, нужна. Ключевой для бизнес-сообщества форум проходит при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Все это в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Вообще весь этот год в рамках национального проекта по установке губернатора – это абсолютный приоритет для нашего региона на сегодняшний день. Мы всегда слышали слова предпринимателей о том, что нам не хватает информации, мы чего-то не знаем. Вот сейчас мы сконцентрировались на этом, мы сделали новый обновленный сайт. Мы запустили в 4 социальных сетях, самых распространенных, кому что удобно, постоянные ленты новостей. Сделали максимально так, чтобы вы получили самую оперативную, самую интересную информацию. Форум «Мой бизнес 63» впервые проходит в Самаре. За 2 дня он соберет на своей площадке 1000 предпринимателей. Кроме того, на форуме работает мобильный центр, где каждый желающий может получить консультацию и узнать о возможностях, которые предоставляют различные организации для поддержки бизнеса. Мария Ильчан, Дмитрий Мешканцов, «События».